Привет, меня зовут Кирилл Дединок, и я христианин. Серьезно. Скажи мне, пожалуйста, за тебя когда-нибудь молились? Ну или в этом году молились кто-нибудь? Молитва – это классно, очень удобно. Прямое обращение к Богу. Если ты болеешь, у тебя нет денег, ты не знаешь, как поступить, ты боишься пойти на экзамены, тебя располовили, у тебя, может быть, комплексы, разные проблемы. По любой проблеме можно обращаться к Богу. Он тебя создал, все претензии к Создателю. И вот, объясняю. Ну, это на самом деле просто, но, может быть, сегодня у тебя нет возможности помолиться, ты можешь написать мне. Напиши мне смс-ку или ВКонтакте, на Facebook, Twitter, в комментариях под этим видео или даже на почту. Напиши свою нужду, напиши, что тебя беспокоит, и я обязательно помолюсь за тебя. Честное слово.